Здорово, мой дорогой друг, это я, Тима Мацони, но это реакция на битбокс батл. Устраивайся поудобнее, погнали, погнали смотреть. Сегодня у нас на повестке дня мятеж, ну, по-русски если говорить, мятеж звучит так, да. Кстати, это мой любимый битбоксер на луп-станциях, я вроде нигде об этом не говорил. Брат, обожаю твое творчество, ты очень крут. Против AVH, GBB 2023, let's go, погнали. Все как обычно, комментарии буду давать по окончанию бита, либо... Смотрим. Смотрим. Ой, микрофон чуть не улетел. Австрия. Австрия から. Austrian champ. Австрия чемпион. Can I get some noise for Matty? Он очень крут. Обожаю его битбокс. Я прям кайфую с его этого, с его композиции. Прям красавчик, реально. Versus the Dutch champ. Dutch champion this. Give it up for AVH. AVH. Hit him with the glitch. Я до последнего думал, что это ведущий говорит на двух языках. А там, оказывается, их двое. Are you ready? Ребята, все, мы готовы. Погнали. He chose AVH to go first. I see the three, you see the toe and the end. In three! Yeah.
Бля, а они, я хочу сказать, что они многие так заканчивают с остатком времени в 20-30 секунд. Ну ладно, окей. Больше чем уверен, что AVH, я еще раз повторюсь, где-то работает диджеем. Прям вот чую я, чую. Я это чую. Matty doesn't want to waste any time. He wants to get directly on it. Let's get to it, Matty. Making sure you're ready. I say the dry, you say the twi and the eint. Dry! Давай, бро. Что скажете, чатик, вот по поводу этого первого раунда? Пишите в комментариях. На самом деле интересный такой батл, я в плане соперников. Ну, колорит между ними. Один диджей, другой битбоксер.
Слушайте, так сложно расценивать вот эту композицию, под нее хочется просто танцевать и кайфовать. Вот знаете, сидеть там с кальянчиком, с каким-нибудь клубничным мохито и так далее. Но в батлах я бы не хотел это слышать. Я не знаю, как описать. Мне очень понравилось, ну прям шикарно, я прям балдел, сидел, слушал, кайфовал. Но... Блин, я не знаю, как это в батле расценивать. Я просто сидел и кайфовал. Я не ожидал от него какого-то развала. Я не ожидал никаких дропов. Я просто вот удовольствие получал от этого, от вот его композиции. Первый раз я сейчас с таким сталкиваюсь, с такой стилистикой в батле. Клянусь, как будто стоит диджей. Ну, естественно, вот музло он написал, грамотно все свел, и против него выходит битбоксер. Вот такие внутри чувства. Как это расценивать, я не знаю. Вот что нужно сейчас делать мятежу, чтобы себя как-то проявить вот на фоне этой композиции? Наверное, какой-то лютый дроп. Наверное, так. А по-другому я даже не знаю как. Потому что если он сейчас делает так же на уровне, вот в таком же формате, я думаю, AVH заберет раунд. Мне так кажется. Да не раунд, а вообще, в принципе, этот батл он заберет. Очень интересное ощущение, очень интересное. Что думаете, пишите в комментариях. Давай, брат. Тяжелая артиллерия пошла. Я знаю эту композицию. Там дальше такой дроп будет, ребята. We'll be right back.
меня мурашки прям от него. Блин, а. Не, ну ё-моё. Так, это мой любимый битбоксер. Это была моя самая любимая композиция в его исполнении. Что я могу сказать? Не, ну мой голос я, конечно же, мятежу отдаю. Ну вы сами, ну блин, ну дроп, вы слышали? Вы дроп этот слышали? Ну ёлки-палки. Это был вот, это был дроп. This is a drop. You know? Это был дроп. Он его сделал. Это было круто. За мятежа я голосую. Я прям вообще кайфанул. Касаемо AVH, ребят, еще раз повторюсь, у чувака просто дар вот создавать музыку, именно миксы часовые, там на 2, на 3 часа, там на 4 часа сета, именно прям вот прийти в клуб и начать танцевать под него. И вы никогда, даже если там, грубо говоря, под шафе будете, вы не поймете, что это битбокс был плюс лупстанция. Вот это его стихия, и в этом он мне очень понравился, я для себя реально вот открыл этого персонажа, этого битбоксера относительно недавно, вот буквально 2-3 видоса как. Поэтому, но в данной ситуации я голос мятежу отдаю. Брат. Максимум респект. We go to our judges. One of them moving on to the finals. We're about to go and find out. It'll be the blue side for Mate. It'll be the Блин, я сейчас кайфанул, что-то прям хорошо так. Мятеж. Judges. I say the three, y'all say the two, the one. Judges in three. Give it up for Mate! Moving on to the finals. Блин, батл был сочный, давайте признаемся. Пишите в комментариях свое мнение, как вы думаете, кто в данной ситуации... Правы ли судьи, кстати, вот правильное решение они единогласным решением выбрали мятежа, или все-таки нет? Обязательно пишите в комментариях. Мне тоже интересно, что вы там пишете, что вы думаете, размышляете. Эти два битбоксера сейчас показали прям полный фарш. Вот прям... А вот AVH я бы... Да просто так вот посидел бы и послушал. То есть вот его миксы с битбоксом на лупстанции. Отдельный респект. Очень классный персонаж, очень крутой, очень крутой. Мятежа-то понятный, я знаю, я его до дыры, все его композиции постоянно слушал, заслушал. А вот AVH для себя открыл, классно, очень здорово. Ну что, ребятки, я не говорю вам пока, я говорю вам просто до свидания, до новых встреч. Не забывайте, пожалуйста, про телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. И я также ссылочку оставляю на свой Twitch в описании. Стримлю чуть ли не каждый день. Обязательно подписывайтесь. Все, до свидания. Пока.